Доброе время суток, друзья! В этом ролике мы поговорим о проблеме спавна на маленьких картах, а также о способе раздачи разного оружия в каждом раунде. Поехали! Итак, представим себе такую карту. Играть на ней должно 4 игрока. Как же сделать так, чтобы противники не оказывались друг напротив друга в начале раунда? Самое простое решение – разместить все точки спавна в шахматном порядке. Однако, возникнет очевидная проблема. Играющие всегда будут знать положение противника, а это ощутимо бьет по разнообразию геймплея. Что же можно придумать? Первый метод. В CSGO каждой из точек спавна можно присвоить индивидуальное имя и включить ее или выключить. Что мы и сделали. На 4 игроков всего вышло 8 точек. Теперь дело за реализацией алгоритма. Мы должны использовать сущность Logic Case и просчитать варианты таким образом, чтобы при включенной точке спавна террориста была выключена точка спавна полицейского напротив. И то же самое дальше в шахматном порядке. На один вариант в Logic Case уйдет 8 output команд. Всего в случае с 4 игроками и 8 точками может быть 6 возможных комбинаций. Итого 48 команд. Такова цена разнообразию. Второй метод. В таких играх, как ISS или Garry's Mod, у точек спавна нет имен и включить их нельзя или выключить, что само по себе заставляет искать альтернативный выход. На примере Garry's Mod можно провернуть следующую авантюру. Разместите всего 4 точки спавна, у каждой из них по одному триггеру, который будет давать игроку индивидуальное имя. А затем с помощью Logic Case телепортировать каждого игрока на свою случайную точку спавна, то есть Point Teleport. Обратите внимание, что на один вариант будет уходить всего по 4 output команды, что существенно может сократить время работы в хаммере. Случайное оружие каждый новый раунд. Ну это вообще простая задача, для 3 вариаций понадобится 3 сущности Game Player Equip. У всех них должны быть общие флаги, а вот оружие, вписанное вручную, у каждой свое. АВП, ССГ и Маузер. Все, что требуется, так это использовать второй Logic Case. Второй чисто для удобства, не более. И вписать 3 варианта следующим образом. Готово! Просто и понятно. Исходники для Garry's Mod и CSGO будут доступны для платных подписчиков на нашем бусте. А на этом все. Удачи, тамадачи!